Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – сложноподчиненные предложения, выражающие отношения сравнения и присоединения. Сложноподчиненные предложения фразеологизированной структуры. Мы рассмотрим структурно-семантические особенности названных типов сложноподчиненных предложений. Проанализируем функции союзных средств, используемых в них. Мы проанализируем разнообразные дополнительные значения, которые выражаются в данных предложениях. Мы рассмотрим также основные модели, лежащие в основе фразеологизированных сложных предложений. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первое. Понятие сложноподчиненного предложения с придаточной частью сравнения. Второй. Отношение реального соответствия и ирреального сравнения. Третье. Союзы в сложноподчиненных предложениях со значением сравнения. Четвертое. Структурные особенности сложноподчиненных предложений со значением сравнения. Пятый. Понятие сложноподчиненного предложения с придаточной присоединительной частью. Шестой. Дополнительные сведения, выражаемые придаточной частью в присоединительных сложноподчиненных предложениях. Седьмой. Сложноподчиненные предложения фразеологизированной структуры. Понятие сложноподчиненного предложения с придаточной частью сравнения. Отношение реального соответствия. Одним из типов сложноподчиненных предложений являются конструкции, выражающие отношение сравнения. Это такой тип предложений с расчлененной структурой, в котором придаточная часть заключает в себе сравнение с чем-либо того, о чем говорится в главной части. Сравнение происходит для более наглядной или образно-эмоциональной характеристики события, факта, состояния, описанного в главной предикативной части предложения. Придаточная часть со значением сравнения соединяется с главным при помощи сравнительных союзов. Отношения между предикативными частями зависят от того, с помощью какого союза осуществляется связь между ними. В частности, в предложении могут реализоваться отношения реального тождества или соответствия, или же отношения ирреального сравнения, уподобления. Первый тип отношений выражается в предложениях, в которых употребляется семантический союз «как». Например, «Свою Москву мы не дали в обиду, как нас в обиду не дала она» – Исаковский. «Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакенщики и перевозчики на всех наших реках». Паустовский. Сын повиновался и этому распоряжению матери беспрекословно, как он повиновался всем вообще ее распоряжениям. Лесков. Он сидел, как сидит Бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. Лермонтов. Отношения ирреального сравнения.
Другой тип сравнительных отношений выражается в сложно подчиненных предложениях, в которых употребляются союзы «будто», «как будто», «словно», «точно», «как если бы». Сравнимое, вводимое в предложение с помощью этих союзов, выражает и реальное соответствие, воображаемую ситуацию, соотносимую с ситуацией, описанной в главной части предложения. Например, рокотали винтовочные выстрелы, будто по железной сковородке катилась дробь. Шолохов. Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выпрямив грудь и нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто все их разногласие должно было решиться там, в цепи под пулями. Толстой. Марина по-прежнему сидела спокойно, и пальцы ее руки не чувствовали его тепла, как будто лежали на неживом предмете. Марков. Синонимичность союзов. Союзы, выражающие и реальное сравнение, синонимичны и могут заменять друг друга в предложении. Например, в комнате стало светло, как если бы откуда-то проник холодный воздух. Леонов. В данном предложении союз «как», «если бы» можно заменить другими синонимичными союзами, в результате чего смысл предложения и отношения между его предикативными частями остаются прежними. Сравним. В комнате стало светло, будто откуда-то проник холодный воздух. В комнате стало светло, как будто откуда-то проник холодный воздух. В комнате стало светло, словно откуда-то проник холодный воздух. В комнате стало светло, точно откуда-то проник холодный воздух. Выражение разной степени сходства сравниваемых ситуаций, явлений, действий. Помимо разграничения реального и иррреального сравнения, сравнительные союзы различаются также тем, что они выражают разную степень сходства тех явлений, ситуаций, фактах и другое, которые сравниваются. Например, союзы точно, словно выражают сравнение, близкое к отождествлению. Стало сумрачно, точно сверху на землю опустился темный саван. Арсеньев. Так земле и небесам чужая, я живу и больше не пою, словно ты у ада и у рая отнял душу вольную мою. Ахматова. Агафью все в доме очень уважали. Никто и не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе со старым барином в землю похоронили. Тургенев. При употреблении союзов «будто», «как будто» степень близости сравниваемых ситуаций меньше. Одолевала его жажда, будто большой огонь внутри заливал он прозрачной водой. Шолохов. Борис улыбнулся, как будто он понимал то, о чем, как об общеизвестном, намекал князь Андрей. Толстой. Сравнительный союз «как если бы» вносит в предложение условный оттенок. Морщинихина все сильней охватывала нарастающая сонливость, как если бы усыпляли перед операцией. Леонов. Старуха с пятном вскочила, как если бы ее облили крутым кипятком. Химченко. Структурные особенности сложно подчиненных предложений
со значением сравнения. Сложно подчиненные предложения сравнения очень близки по значению. Местоименно-союзным соотносительным предложением со значением сравнения, в которых в качестве союзного средства, так же как в рассматриваемом типе сложных предложений, выступают сравнительные союзы «будто», «словно», «точно» и другие. Различие состоит в том, что в местоименно-союзных соотносительных предложениях придаточная часть семантически и грамматически соотносится с указательным словом, местоимение или местоименным наречием. В главной части «так», «такой», «столько», «настолько» и тому подобное. И восполняет, конкретизирует признак, качество, свойство, меру, степень и так далее через выражаемое сравнение. То есть в этих предложениях придаточная часть жестко прикреплена к определенному слову в главной части. Например, каждый пишет так, как хочет и как может. Чехов. В сложноподчиненных предложениях со значением сравнения придаточная часть прикрепляется к главной, то есть через сравнение характеризуется ситуация главной части в целом. Было шумно и просто, как бывает в большой дружной семье. Паустовский. Предложение с придаточной частью со значением сравнения относится к гибким структурам. Придаточная часть в них может занимать любую позицию. Перед главной частью, подобно тому, как западные рыцари отразили нападение монголов, так и мы, пока еще не поздно, должны сплотиться и ударить дружно на нашего врага. Чехов. После главной части. И вижу дивный град, и слышу голос милый, как будто нет еще таинственной могилы. Ахматова. Внутри главной части, то есть в интерпозиции. Вошла она, как в молодости входила в этот дом, безотчетно волнуясь в ожидании чего-то очень важного. Толстой. Однако следует отметить, что препозиция для придаточной части в предложениях данного типа не характерна. Понятие сложноподчиненного предложения с придаточной присоединительной частью. В сложноподчиненных предложениях, как и в сложно сочиненных, могут выражаться присоединительные отношения. Присоединительными или присоединительно-присоединительными называются сложноподчиненные предложения, в которых придаточная часть выражает дополнительные замечания или выводы, касающиеся содержания главной части предложения, и соединяется с ней союзным словом. Следует отметить, что главная часть семантической и структурной точек зрения представляет собой законченное сообщение. Оно самодостаточно и не нуждается в обязательном распространении или пояснении. Именно поэтому значение придаточной части воспринимается как присоединительное. Указывая на общее содержание главной предикативной части, союзное слово образует это содержание в значение того члена придаточной части, в роли которого оно выступает. Например, Алексей почувствовал во всем своем слабом теле возбуждающий холодок, что всегда бывало с ним в минуту опасности. Полевой. Здесь союзным словом «что» обозначено все содержание главного предложения.
Рябина домашняя дает крупные и вкусные плоды, за что и выращивают ее в садах. Ивченко. Здесь союзная предложно-падежная словоформа «за что» замещает семантический блок «за крупные и вкусные плоды». Временами кто-то дует на уголек, отчего все зарево странно, бесшумно пульсирует. Солоухин. В данном предложении слово «отчего» указывает на ситуацию, отраженную в главной части, как причину состояния, о котором сообщается в придаточной части. На аналогичное значение указывает союзное слово «почему» в предложении. 2 часа провозились ребята с трудной задачей. Почему вернулись так поздно? Смирнов. Придаточная присоединительная часть чаще всего связывается с главной с помощью союзного слова «что», которое может употребляться в любой падежной форме без предлога и с предлогом, а также с помощью относительных местоименных наречий «почему», «отчего», «зачем», «где», «куда», «откуда», «когда». Например, ездили туда и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой скуке провинциальной жизни. Куприн. Она что-то ответила, чего он не расслышал. Куприн. Вы себя любивы до сумасшествия, чему доказательством служат и ваши письма ко мне. Достоевский. Как видим, союзные местоименные слова в рассматриваемых предложениях в семантическом и грамматическом плане равнозначны указательным местоименным словам. Сравним. Что это? Почему? Потому. От чего? От того. Зачем? Для этого. Ради этого. Когда? Тогда. Проиллюстрируем данное положение на примере предложений с сопоставляемыми словами. Одет он был в короткий, очень поношенный пиджак с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Чехов. Одет он был в короткий, очень поношенный пиджак с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки. Оттого сам казался коротким и кургузым, как ощипанная птица. Он застал его стоящим в углу, куда его оттеснили, оторвав от Николаева. Куприн. Он застал его стоящим в углу, туда его оттеснили, оторвав от Николаева. Дополнительные сведения, выражаемые придаточной частью в присоединительных сложноподчиненных предложениях. Дополнительные сведения, выражаемые придаточной частью в присоединительных сложноподчиненных предложениях, разнообразны. В большинстве случаев семантика присоединяемой части зависит от того, какое союзное слово употребляется в предложении. В частности, в предложениях с местоименными наречиями «почему», «отчего», «зачем» и местоимение «что» в различных предложно-падежных формах в роли союзного слова «из-за чего», благодаря чему, для чего, с чем и тому подобное. Реализуются причинно-следственные отношения. Например, хочу найти приличную работу. Зачем и приехал в город? Ком. Гусь взял в клюв другую веревку и потянул ее.
отчего тут же раздался оглушительный выстрел. Чехов. Хотелось бы поговорить с вами лично по поводу вашей просьбы. Почему, надеюсь, что вы не откажете мне в удовольствии видеть вас у себя на второй день праздника вечером. Бунин. Другой клиент был совсем юноша, красный как рак, без всякого признака капиллярной растительности на лице, отчего и казался как бы совершенно обнаженным. Салтыков-Щедрин. Предложения, в которых для связи предикативных частей употребляется предложная падежная форма «после чего», выражают временную последовательность ситуаций, действий, состояний, фактов. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотой. Бунин. В сумраке мелькал красноватый отблеск молнии, после чего начинался где-то вверху смутный рокот. Бунин. В предложениях с союзным словом «что» функции подлежащего или дополнения придаточная часть может иметь разнообразные значения. Например, может выражать эмоциональную реакцию на сообщаемую в главной части ситуацию, указывать на повторность информации, о которой уже сообщалось в главной части, выражать оценку события, о котором сообщалось в главной части, и другое. Приведем примеры. Пил он клюквенный сок, что несколько удивило бармена, вельтистов. И каждый раз в течение 7 лет старик хватался за сердце, что очень всех потешило. Ильф и Петров. 5-6 мая приеду в Петербург, о чем я уже писал художнику. Чехов. Вечером пришли гости, чего уже давно не бывало. Катаев. Мотор у машины заглох, что и следовало ожидать. Ком. Пала роса, что предвещало завтра хорошую погоду. Мамин сибиряк. Сложное подчиненное предложение с присоединительной придаточной частью характеризуется наличием негибкой структуры. Придаточная часть в большинстве случаев находится после главной, значительно реже занимает интерпозицию, но никогда не стоит перед главной частью. Сложно подчиненные предложения фразеологизированной структуры. Завершив изучение всех видов сложноподчиненных предложений, необходимо отметить, что две основные группы сложноподчиненных предложений, выделяемые по признаку нерасчлененности или расчлененности их структуры, не отделены друг от друга непроницаемой преградой. Например, многие из сложноподчиненных предложений расчлененной структуры легко можно преобразовать в предложение нерасчлененной структуры, если перенести в главную предикативную часть начального компонента подчинительного союза и превратить этот компонент в соотносительно местоименный член главной части. Однако существуют сложноподчиненные предложения, для которых абсолютно не характерна подвижность и пластичность структуры. Это так называемые сложноподчиненные предложения фразеологизированной структуры, которые отличаются наличием в них
составе устойчивых структурных компонентах в виде лексических единиц, в том числе и союзов, и союзных слов и частиц, а также определенных грамматических форм и значений, структурирующих данные конструкции. Как правило, отличительным признаком таких конструкций является смысловая и структурная целостность и прикрепленность к определенным типам логико-семантических отношений. Такие сложные предложения отличаются уникальностью идиоматической структуры. В их основе лежат устойчивые сочетания. Среди сложно подчиненных предложений фразеологизированной структуры наиболее распространены следующие типы. В первой части присутствуют сочетания «что касается» в различных формах времени и наклонения, кроме повелительного. Плюс подчиненное ему слово субстантивным значением в родительном падеже. Вторая часть представляет собой предложение с обычной структурой, и в его начале стоит факультативный элемент «то», а один из членов этой части указывает на тот же самый объект, который назван в первой части субстантивным словом. Что касается лекарств, то лучшее из них – покой и уход. Шолохов. Что касается утренних пастушьих сигналов, то они могут быть различными, лишь бы достигали цели. Солоухин. Первая часть – вопросительное предложение, в начале которого стоит вопросительное слово. Вторая часть соединяется с первой с помощью союза «что». Эта часть содержит глагол в форме настоящего или прошедшего времени. «И что я вам, что вы плохого сделали так, изгаляетесь надо мной?» Марков. В первой части присутствует субстантивированное слово со значением известного предела. Единственное, наиболее известное, самое важное, взаимодействующее с частицей «это». Вторая часть вклинивается в первую перед частицей «это» и содержит относительное местоимение «что» в различных падежах. Единственное, что я представлял в эту минуту, до режущей боли отчетливо и ясно, это многодикое лицо нашей пехоты, идущей в наступление цепями. Шолохов. Дело было вечером, и Митенька основательно рассудил, что самое лучшее, что он может теперь сделать, это лечь спать. Салтыков-Щедрин. В первой части обязательно присутствует лексема с оценочным значением. Молодец, дурак, умница, счастье, умно, глупо и так далее. Вторая часть начинается союзом «что» и излагает мотивировку оценки, представленной в первой части конструкции. Какое счастье, что мы уже здесь, на месте, Пастернак. Это еще счастье, что они не хищники, а такие же, как и мы с вами, всеядные. Булычев. Конструкция, в основе которой лежит соотношение элементов «что», «не», «то», каждый из которых обычно сочетается с существительным в именительном падеже. «Что не встреча, то спор» Солженицын. В первой части присутствует глагол с отрицательной частицей «не прошло», плюс слово с темпоральным значением. В начале второй части союз «как». Не прошло и часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Гоголь. В
первой части глагол с отрицательной частицей «не проходило» – «не было». Плюс слово с темпоральным значением в начале второй части союз «чтобы». Не было дня, чтобы он не вспоминал Марью Шукшин. С той поры не проходило неделю, чтобы не показалось на большой дороге его крепкая, крашеная тележка, запряженная парой круглых лошадок. Тургенев. Первая часть включает глагольную форму «стоит», «стоило» с инфинитивом. В начале второй части союз «чтобы», «как» и. Воображает, что стоит ей только мизинцем шевельнуть, и земной шар рот разинет, человечество от радости шапку потеряет. Чехов. Первая часть включает глагольную форму с отрицательной частицей «не успел» плюс инфинитив. Вторая часть связывается с союзом «как», например, «не успел отыграть закат, как начал румяниться восток». Абрамов. В первой части лексико-синтаксический компонент со значением степени плюс качественное прилагательное или наречие. Достаточно силен, слишком тепло. Во второй части союз «чтобы» плюс факультативное «не» и инфинитив. Например, «жизнь слишком коротка» или «слишком долга», чтобы позволить себе роскошь прожить ее так скверно. Куприн. Представленные структурно-семантические модели несвободных конструкций, безусловно, не исчерпывают всего их многообразия. Фразеологизированные предложения употребляются во всех функциональных стилях, однако наиболее характерны они для живой разговорной речи. Итак, мы рассмотрели с вами структурно-семантические особенности сложно подчиненных предложений, выражающих отношения сравнения и присоединений. Проанализировали функции союзных средств, используемых в данных предложениях, и разнообразные дополнительные значения, которые выражаются в них в зависимости от используемых союзов. Мы рассмотрели также понятие фразеологизированных сложных предложений и основные структурные модели, лежащие в их основе.